некоторые перспективные разработки. Вот мы думаем, вот как следующий наш шаг сделать это все-таки вернуться на Венеру. Венера как-то немножко осталась в стороне на какое-то время от магистральных таких исследований. Сейчас оказывается больше на Марсе, на Луне. А в Венере имеется громадное количество интереснейших задач, и мы ее рассматриваем как некий такой экстремальный пример, что может сделать с планетой такое хаотическое, взрывное даже развитие парникового эффекта. Думаем о посадочном аппарате на Венеру. В принципе, у Советского Союза есть абсолютный приоритет. Ни одна другая страна не сделала космического аппарата, который мог бы сесть на Венере. Мы осуществили туда несколько посадок, но аппараты жили недолго. Сейчас мы думаем о такой долгоживущей станции на Венере, но реализация этих проектов уже будет после 2025 года.